За сутки в регионе произошли сразу два крупных пожара. Во Владимире на Сосинском проезде вспыхнул двухэтажный жилой дом. ЧП случилось 25 сентября. Очевидцы выложили видео в социальные сети. На этих кадрах полыхает кровля. Дом окутан клубами дыма. Звонок с просьбой о помощи поступил в тревожное ведомство в 19:37. К месту пожара выехали 21 огнеборец на 6 спецмашинах. На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение кровли дома. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар на площади 224 квадратных метра. В результате пожара никто не погиб и не пострадал. Причина пожара устанавливается. Похожий пожар случился утром 26 сентября. Загорелся дом в деревне Смолино Ковровского района. Спасатели получили сообщение около 5 часов утра. Пострадала кровля. Площадь возгорания составила 192 квадратных метра. С пламенем боролись 15 сотрудников МЧС. К счастью, обошлось без человеческих жертв.